Ну, какой-то дворик еще. А еще арка. Ага, вот так вот и уйдешь. По этим переулкам. Угу. Где-то выйдешь. Ну, сейчас, может быть, они многие перекрыты. Вот, вон. Там подъезд. А, это следующий. Ну, давайте дворами пройдем. Не, наверное, тупик. Вот какой-то двор вышли. Нам сюда надо, этой стороны придерживаться. Наверное, есть. Там, да. Пошли дворами. Ну, да, дворами интересно. Здесь, кстати, ровненький такой. Здесь уже, да, вычищенный. Ну, вот новодел, дом новый, старенький. И гараж. Угу. Ну, может, это там находили всегда, а сюда параллельно фактически. Два бульвара. Так, а у нас не потеряются там все, да? Все вышли? Да, да. Все идут? Почти, как обычно. Да, дворы исследуем. Интересно. Ну, вот этот вот дом уже вот. Угу. Сохнет. Видите, какие интересные дворы, да? Красота. Сейчас в одну вошли. Другую вышли. А когда здесь жили, вот в 50-е годы, когда здесь было много семей, много детей. Представляете, вот ребенком здесь расти в таких дворах. Как это круто. Когда коммуналки были везде. Смотрите, машинка здесь стояла. Закрыт, ворота. Вот башни какие-то. Это уже Тверская там. А, нет, это театр. Придется возвращаться. Да не может такого быть, должен быть открыт. Неужели не все там ходят? Что, закрыто? Нет, оно было близко. А может быть оно наоборот, да? Не, может, в эту сторону. Так, замуровали демоны. Замуровали. Может быть, там где-то можно выйти? Здесь сбоку нигде не выйти? Вон вроде человек прошел. Да, но она может быть тоже на том. Волшебный ключик. Нету на стенках нигде? Или на полу где-нибудь кнопочек? У них, скорее всего, какие-нибудь свои эти выходы. Угу. А вот здесь вот ничего не против, интересно. Не кнопочку. А если на кнопочку нажать? Ну, мы нажали, естественно. А может, она открывается? Ну ладно, пошли. Ну ладно, зато двор исследовали. Пошли назад. Зато двор исследовали. Ура! А как у вас вышло? Наверное, просто толкнули после кнопочки. Все. Видимо. Угу. Это, класс. Это одновременно. Надо всем было. Подействовать одновременно. Нужно было. Сим-сим, откройся. Открылся. Да, вырвались из плена. Свободу.